Так, возвращаясь к этому. А если они сами, допустим, доставят до Москвы? Что? Маски. Если сами доставят, то проще. Просто это время. А цена будет. Да, выезжай. Сейчас самое, короче, с вами не заморачивайтесь. Просто вот из того, что есть прямо в Москве. Да, я почему зацепился за это, если говорю, что здесь, в Москве, по месту, и цена проходная, тогда просто по месту сращиваем и не заморачиваемся. Потому что сейчас будут делать лишние движения, и быстро мы можем. Но они просто быстро закончатся, я думаю. Не, ну вот эти вот 9 тонн. Есть, все, как бы мы бронируем, и через 2 часа ребята приезжают. Да. И все, это будет разовая акция. Ну, почему? Если у них объем будет... Я думаю, что у них они больше не наберут. Но они цену не маленькую дают. Вопрос в том, кого им с кем сращивать. Сращивают тех, кто хочет продать. Мы в Химки. Направляемся в Химки. Основная цель – это информации о состоянии загруженности дорог, наличии людей на улицах города. Сейчас двигаемся по Ленинградскому шоссе в сторону Химок. Мы находимся в северной части города Москвы. Отъезжаем на Ленинградский мост. С правой стороны водохранилище Химки. Ну, не видно ничего, к сожалению. Автобусы пустые. Ну, такого еще ни разу не наблюдал в Москве за много десятков лет. Так, проехали мост, подъезжаем, приближаемся, вот впереди развязка с МКАДом. Это 75-й километр. Проезжаем развязку, тут все свободно. Ленинградское шоссе. Ну, это Химки. Через Химки проходит Ленинградское шоссе, тоже видно, что улицы пустые, но движение, уверяю вас, многократно ниже, чем было раньше.
без введения. Что было в автобусе, не рассмотрел, не успел. Место, где мы хотели взять, продали это место. Это на территории завода было. Завод продали. Его рыночная стоимость 5 миллиардов. Продали за 2,350. Будут сносить и строить там жилой квартал. Да. Все, на это место мы уже как бы не особо не надеемся. Но причем они дальше его сдают. Говорят, что типа три года есть. Мне кажется, где Денис, по-моему. Ну вот, крутимся по улицам города Химки. Я не размещал раньше интенсивность движения в Химках. Не знаю почему. Но вот сейчас, в данный момент, хочу сказать, что автомобильное движение очень, очень низкое. Ну а людей на дорогах, на тротуарах я практически не вижу. То есть в городе Химки всерьез восприняли угрозу коронавируса, послушали своего губернатора и руководителя страны Владимира Путина. То есть на улицах практически людей нет. Автомобильное движение почти на нуле. То, что мы сейчас видим, это не движение. Свободно в любом направлении, что направо, что налево. Кстати, город Химки очень красивый город, и здания, и сооружения. Даже есть на что лечь. Очень красивый город. Приезжайте в город Химки. Он крашеный,